Молодость, скорость и желание победить – яркие составляющие очередной игры в рамках первенства Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей 2010 года рождения. Саровские спортсмены приняли на своей арене команду из Ижевска. С первого свистка гости взяли на себя инициативу, атакуя ворота. Период прошел достаточно напряженно. Были моменты, что у нас, что у противника. Конечно, мало бросаем. Даем сопернику много бросать, удаляемся. До этого мы проиграли им две игры. Вот. Но, как я считаю, соперник не сильнее нас. У нас есть еще шансы их победить. В первом периоде саровчане крепко держали оборону. Во втором атаки соперника усилились. Несмотря на поддержку болельщиков и домашнюю обстановку, наши спортсмены стали уступать. Ижстали удалось забросить две шайбы. Здесь слабых соперников нет, поэтому... Чувствуется, что мы вчера не катались, целый день в автобусе ехали, поэтому, ну, сейчас, может быть, ребята чуть почувствовали лед, новая площадка, то есть первый раз мы здесь у вас в гостях, поэтому какое-то время на адаптацию нужно. В третьем периоде ижевчане дожали игру, еще одна шайба залетела в ворота саровчан. Игра закончилась со счетом 0-3. В турнирной таблице ХК «Саров» сейчас занимает 6-е место. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».